Это видео записано для сайта Exeget. Сегодня мы с вами рассмотрим содержание пятой главы книги Деяний святых апостолов». Первый сюжет, к которому мы обратимся, это случай с Ананием и Сапфирой, который описан в пятой главе в стихах с 1 по 11. Мы с вами помним, из тех характеристик, которые святой Лука дает жизни первых христиан, что э, христиане имели все общее, что они всем делились друг с другом. И предыдущая четвертая глава заканчивается примером того, как один киприанин по имени Варнава, это будущий апостол Варнава, который будет спутником апостола Павла в ряде его путешествий, миссионерских трудов, что Варнава продал все свое имение и положил к ногам апостолов. Понятно, что э, те, те средства, которые он отдал апостолам, они э, не, были, э, не переходили в собственность апостолов. Апостолы распределяли их между всеми нуждающимися. Это не было пожертвование э, лично э, 12 ученикам Христовым. И вот в пятой главе, как бы в продолжении этого рассказа, Наряду с положительным примером приводится и пример трагический, пример отрицательный, как двое супругов Анани и Сапфира продали свое имение, но часть денег утаили и отдали в христианскую общину не все средства. И, как мы читаем из повествования, эти супруги были наказаны за это преждевременной смертью. Конечно, это повествование может вызвать и трепет, и даже у кого-то и негодование, но тем не менее вот этих э, слов э, невозможно выкинуть из всего контекста книги Деяний, и мы должны воспринимать то, что мы читаем, так как оно есть. Действительно, этот случай печальный и скорбный, и, наверное, он нуждается в каком-то особом осмыслении и объяснении. Святой апостол Петр произносит следующие слова, что то, что вы продавали, не в вашей ли власти находилось. То есть эм, со стороны этих людей не было никакой необходимости отдавать в христианскую общину абсолютно все. То есть даже продав имени, они имели возможность пожертвовать столько, сколько они считали необходимым. Более того, что продажа имений не являлось условием вхождения в христианскую общину. Как мы помним, апостол Петр ставил только одно условие – покайтесь, и только потом крестится каждый из вас и получит благодать Святого Духа. Конечно, этот случай невозможно объяснить банальной жадностью, или в таком случае эти люди они бы не стали ничего продавать. В чем же здесь заключался грех Анании Сафиры, который – Святой Апостол Петр определяет как ложь самому Богу. На самом деле здесь наряду со всей трагичностью момента все достаточно просто. Эти люди, будучи людьми несовершенными и в чем-то даже, можно сказать, порочными, решили прослыть людьми святыми и праведными. Вот в чем заключалась эта ложь. То есть ложь состояла не в сокрытии, определенного количества средств. Это то, что лежит как бы на поверхности, да? Это уже как бы следствие сам, самого греха. А то, что у этих людей созрел определенный план. Они хотели, оставаясь, в общем-то, по сути, не преображенными, не измененными, они захотели славы праведников. И вот действительно апостол Петр определяет этот грех как ложь самому Богу. Потому что никогда нельзя лгать ни самому себе, ни Богу. Если ты грешен и несовершенен, надо сознаваться в этом несовершенстве и принимать это как есть. И уж ни в коем случае нельзя выдавать порог, да, облекая в его в личину праведности. Это одна из самых один из самых страшных грехов, и, наверное, именно тот грех, который всегда у людей вызывает наибольшее отторжение, наибольшее противление. Мы так не любим религиозных лицемеров, мы не любим проявления ханжества, мы не любим, когда человек строго судя других, вы внешне выглядит благочестивым, на самом деле внутренне предается различным порокам, в тайне как бы смеясь над остальными. Мы может быть, сочувствуем всегда грешнику, мы радуемся праведнику, но никто не любит лжеца и лицемера. И именно в той ситуации, когда, скажем так, в жертву лицемерию отдается именно такие важные для человека вещи, как духовная жизнь, как святость и как личный путь человека к Богу. И в данном случае мы не можем сказать, что это апостол Петр э, определяет смерть этих людей. Нет, ни в коем случае. Апостол Петр здесь является таким скорбным пророком. Он предсказывает и супругу э, быструю кончину, и жене, которая, как оказалось, всячески поддерживала ложь своего супруга. И, как сказано, великий страх объял всю церковь и всех слышавших это да, это очень серьезный и очень, очень болезненный пример, который, тем не менее, может быть, и нас с вами научит никогда не лгать самим себе, быть честным перед Богом и перед людьми. Мы даже можем представить себе такую фантастическую ситуацию, что если бы этот случай не открылся – и, возможно бы, вот эти супруги Нании и Сафира вошли даже в святцы, и мы бы сейчас почитали как святых, как праведников Первой Церкви, а на самом деле мы бы возвеличивали ложь и лицемерие вот этих людей. Вот что могло произойти в конечном счете. Очень страшно ошибиться в определении человека как праведника, очень страшно осознавать, что тот человек, которого ты почитал и примеру которого ты хотел следовать, на самом деле оказался лицемером и лжецом. Мы не знаем будущей участи этих людей. Возможно, что вот такая безвременная кончина, она тоже промыслительна в жизни вот этой супружеской пары, и возможно, что Господь и еще не произнес над ними своего окончательного суда, потому что по молитве апостолов, по молитве церкви Господь дает прощение многим даже э, отчаявшимся и закоренелым грешникам. Следующий эпизод к которому мы с вами обратимся, заключен в стихах с 12 по 16, и здесь, где писатель Лука, в общем-то, остается верен самому себе. Мы помним, как в конце второй и в конце 4 главы святой Лука как бы останавливает повествование о событиях, которые идут одно за другим, и дает такую краткую описательную характеристику текущему моменту, да? рассказывает, о жизни первых христиан, дает как бы обобщенную картину. И здесь, в середине пятой главы, мы видим ту же картину. Лука уже не описывает какой-то отдельный исторический сюжет из жизни первой церкви, а рассказывает, что же происходило в целом, что чудесами апостолов, чудеса совершались руками апостолов, что несмотря на то, что никто из посторонних, не смел уже пристать христианам, то есть границы церкви, границы христианской общины были вполне определены и определены апостолом Петром, да, что человек должен был покаяться принять крещение, тогда он становился вот, членом вот этой апостольской общины. Вот. Тем не менее тем не менее христиане продолжали посещать. Иерусалимский храм, который оставался для них святыней, и совершали свои молитвы в одной из частей этого храма, а именно в притворе Соломоновым. Интересный факт, сообщает нам деписатель Лука, что люди верили, что даже тень апостола Петра, она имеет исцеляющую силу. Выносили больных на улице и полагали на постельх и кроватях, Дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого-нибудь из них. Вот э, такую силу духа, такую святость имел апостол Петр. И, конечно, мы здесь с вами видим не просто удивительный факт истории древней церкви, но, наверное, в какой-то степени мы видим здесь и э, притечу почитания священных образов. Вполне возможно, что христиане, которые верили даже в исцеляющую силу тени святого человека, со временем начинают верить в то, что и э, портрет или образ святого человека, написанный каким-либо э, способом, тоже может иметь чудотворное действие. Как всегда, э, мы видим, что за... Очень интересным и ярким эпизодом чудес-апостолов следует очередные гонения, очередная скорбь. Мы помним, что первый арест апостолов произошел после исцеления храмова, который сидел по дороге в храм. И вот теперь, после совершения этих многих чудес, начинается эм, очередной э, скорбный эпизод в жизни первоапостольской общины. Апостолов арестовали. Конечно, поводом для этого ареста послужила их активная проповедь и активная деятельность. Но если э, во время первого ареста апостолы, проведя э, ночь в тюрьме, э, пришли в Сенедрион э, на суд э, естественным способом, то здесь мы видим совершенно другую картину. Ночью апостолы чудесным образом действием ангела Божия освобождаются из темницы и идут проповедовать в город, идут проповедовать Христа. И вот возникает вопрос, почему в одних случаях Господь попускает апостолам действовать самим, а в другом случае дает им свою явную божественную чудесную помощь. И как объясняет подобного рода эпизоды «Святитель Иоанн что Господь сознательно попускает апостолам где-то действовать своими силами, своей смекалкой, своей мудростью, своим мужеством и терпением, а где-то явно показывает свою помощь. Это нужно для того, чтобы, с одной стороны, апостолы чувствовали руку Божию, которая их укрепляет и помогает, но, с другой стороны, чтобы проявилась их личная добродетель. Потому что если человек э э Уверен, что постоянно и в любой момент Господь каким-то чудесным образом избавит его от той или иной неприятности, где тогда место мужеству, личному мужеству человека, Его личной готовности, несмотря ни на что, следовать за Христом. Поэтому Господь здесь употребляет такую мудрую педагогику в отношении Своих э, собственных учеников. И вот апостолы могли дальше спокойно проповедовать, но, как всегда, находится в кавычках доброжелатель. Некий человек которого никто об этом не просил, приходит к садуке и говорит, что вот те люди, которых вы арестовали, они проповедуют на площади. А в это время стражники, которые пошли в темницу за апостолами, никого не смогли привести, потому что апостолов там не оказалось. Тем не менее, в этот раз апостолы свободно и добровольно сами идут на заседание Синедриона. На суде следует логический вопрос, не запретили ли мы вам накрепко учить об имени этом? А вы весь Иерусалим наполнили этим учением и хотите навести на нас кровь того человека. Ну, конечно же, ведь проповедь о Христе, это проповедь о его, о его страданиях и воскресении. И, конечно, у слушателей возникал естественный вопрос, а почему Христос был распят? Значит, кто-то его распял. Совершенно естественно, что апостолы вынуждены были напоминать жителям Иерусалима, кто участвовал в распятии Христа, как и члены Синедриона, так и многие жители самого Иерусалима. Но апостолы отвечают так же, как и в прошлый раз. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. И вот после того, как апостолов на время выводят из, из зала суда, Речь держит Гамалиил. Гали, Гамалиил это один из известнейших, один из известнейших учителей того времени иудейских учителей, учителей, который носил почетный титул Раббана, то есть нашего учителя, который пользовался очень большим авторитетом в иудейской, в иудейской среде. И вот Гамалиил произносит речь, от которой у нас остается Двоякое впечатление, Защищает ли он апостолов, или, наоборот, выражает к ним крайнюю э, форму презрения? Вот что он говорит. Подумайте сами собой об этих людях. Незадолго перед этим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого. К нему пристало около 400 человек. И вот этот мятежник о котором упоминает Гамалиил, он был убит, и все, которые слушали его, расселись и исчезли. Вот этот смутьян потерпел неудачу. После него, говорит Гамалиил, во время переписи явился Иуда Галилейнин и влекся за собой довольно народа. Но и как дальше следует логика рассказа Гамалиила, что и этот мятежник а надо сказать, что как и Февда, так и, упоминаемый здесь Иуда Галилей, они увлекали людей не просто идеями мятежа, но и определенными религиозными идеями. Вот они потерпели неудачу. И мысль Гамилила достаточно простая, что нужно отстать от этих людей, ибо если это предприятие от человеков, оно разрушится, как и вот предыдущие примеры. А если от Бога, то вы не сможете разрушить его. Берегите, чтобы вам не оказаться противника. И вот здесь, с одной стороны, мы можем видеть определенную проникновенность и чуткость Гамалиила, который на самом деле демонстрирует вот здесь полную уверенность в промысле Божьем. И может быть даже некоторое сомнение, а стоит ли противиться апостолам, не станем ли мы в конечном счете противниками самого Бога. С другой стороны, мы можем здесь видеть и форму крайнего презрения, то есть это учение заведомо объявлено ложным, а после обманщики, поэтому не надо даже помогать им э, разрушиться, а это дело богопротивное и оно, конечно же, не устоит. Но какой вариант понимания, какой вариант толкования здесь выбирать, это можно предоставить мнению, э, в общем-то, каждого человека здесь. Этот момент не является моментом догматическим, поэтому здесь мы можем видеть то, что в данном случае для нас кажется более убедительным. Но вот с этой речью Гамалила связана еще одна проблема, касающаяся библейского повествования, о которой мы должны знать. Дело в том, что действительно и мятежник Февда и Иуда Галилейнин это реальные исторические личности о которых упоминается в том числе и в трудах светских историков, и вот в частности Иосиф Лавия, который не был христианином, который был иудеем и написал историю иудейского народа, он упоминает об этих восставших. Но что интересно, на самом деле разница между этими двумя восстаниями составляет приблизительно 40 лет. Более того, что если мы внимательно рассмотрим последователь событий то увидим что восстание иуда галиленина было во время переписи августа то есть как раз на рубеже р незадолго до рождества христова в то время как восстание февды происходило при императоре клавдии в сороковых годах первого столетия но получается следующий интересный вывод что гамалиил Здесь говорит о событии, а именно о восстании Февды, которое еще не могло совершиться на момент его речи, поскольку э, э, речь Гамалиила здесь хронологически относится к 30-м годам первого столетия, а не к, к 40-м годам, не ко времени правления Клавдия. Поэтому э, подобного рода ситуация заставляет некоторых ученых говорить о победенном анахронизме, да? то есть нарушении временной последовательности в рассказе деписателя Луки. Хотя этот э, вопрос не такой простой, поскольку э, мы должны понимать, что э, мятежников с именем Иуда в первом веке насчитывалось несколько человек, не менее более того, что если мы внимательно изучим историю иудейского народа этого периода, то большое количество мятежников выступало под одинаковыми именами. Если мы хотим более подробно разобраться в этом вопросе, можно прочитать книгу Иосифа Флавия «Иудейские древности» и отчасти его труд «Иудейская война». Поэтому вполне возможно, что Гамалиил имеет здесь в виду какого-то другого Февду, потому что имя Февда – это сокращенное имя от имени Феодот или Феодор, или э, еврейский аналог это, этого имени э, – Нафанайл или Иоаннафан. Поэтому вполне возможно, что здесь э, Гамалиил имеет в виду какое-то другое восстание. Или же деписатель Лука в речи Гамалиила употребил в данном случае этот пример, но который не вписывается вот в хронологические рамки данного рассказа. Как бы то ни было, мы должны это знать, поскольку, когда мы читаем Священное Писание, мы со стороны и критиков христианства тоже слышим определенные вопросы, на которые мы должны уметь давать ответы. Но даже если писатель Лука допустил здесь некоторую неточность, если мы допустим, вот, эм, скажем так, такую ситуацию, то это никоим образом не влияет на богодухновенность священного писания. Потому что священное писание должно а, чисто и безошибочно передавать откровение Божие. Что же касается тех или иных исторических реалий, здесь могут опускаться те или иные неточности, те или иные расхождения, каковы в священном писании немало И вот святые апостолы, после этой речи Гомолила, будучи наказаны и избиты, но избиты именно по закону, они были подвергнуты наказанию, после этого они были отпущены. И, как сказано, всякий день в храме по домам не переставали учить и благословать об Иисусе Христе, радуясь! что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И опять, как и после первого ареста, так и после второго, мы не видим в учениках Христовых никакой злобы, никакой ненависти, ни желания мстить. Их переполняет любовь ко Христу, их переполняет любовь к людям, и поэтому они желают проповедовать Слово Божие и не занимать себя и не отвлекать себя на такие разрушительные человека вещи, как гнев, Ненависть и месть.